Всем привет, друзья, с вами Фризен. Продолжаем Alan Wake. В прошлой серии мы все-таки добрались до той самой фермы, до которой мы долго шли. Целых две серии мы до нее шли. Там оказался дом викингов. Это те два безумных брата, бывших рок-н-ролльщика. Как их там звали? Тор и Один? В предыдущих эпизодах Алана. А, да, там же были воспоминания, и нас Фуберевис поймал. My mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia Weaver to fix this. It's your fault, and you're gonna pay for it. Щелкунчик. Так, ФБРовец. Мы ждали много народу из соседних округа. Единственное, что мы погибли, рекорд прошедшего от дня Лося. Это тот день, когда мы только приехали сюда? Прикольненько. Неужели какое-то воспоминание пойдет? Какой-то сюжет? А, или это... Что? То есть события какие-то... Он у меня? Кто у тебя? Кто-нибудь придет за ним, когда настанет время? Так сказал Томас. И это написал... Ключ — это гарантия. Моя задача — хранить его в безопасном месте, на свету. Всегда на свету. Вроде окружение все нормальное, как в тот день, когда мы приехали. Так, пропали. Все опять пропало. Итак, фу, собственный язык нагадил ему в рот. Мы в тюрьме? Как-то паршиво. Лучше не скажешь. Фу, тихо. И долго так буду здесь ходить один? Больше в жизни не прикоснусь к выпивке. Так, инвентарь пуст. Надо поговорить с Уира. Это она. Это чокнутая старуха? Прочитай, шериф, я смею заверить. Раймонд Чандлер. Почему Раймонд Чандлер? Слышь меня, Брэд Эстон Эллис, а? Какими-то левыми... Я хочу пообщаться. Слушайте, сейчас это невозможно. Агент Найтингейл, я настаиваю. Почему он называет меня... Что такое? Дамочка, вы что, тупая? Он же прикидывается. Сейчас меня хватит. Я, пожалуй, поверю. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were sober and if I actually believed you were here on official business. Воу! А ну назад, назад в камеру, Стивен Кинг. Ты отсюда уйдешь только через мой труп. Погодите-ка, я знаю это. Красавчик. Свет, нужен свет. С этой тварью иначе не справиться. Это мой кабинет. Тащи. Прикольно. Так, рукописи мне не вернуть. Нэтлигел пытался найти в рукописи смысл. Она была странной и бессвязной. Агент не понимал и половины, но все выглядело правдоподобным. До невозможности правдоподобным. Он вытащил фляжку, дойдя до страницы, где описывалось, как он дошел до страницы, из-за которой вытащил фляжку. Мозги плавились. Нет выпивки. Капец, это реально так жестко и запутанно. Особенно, если это происходит с реальными персонажами. Смотри. Он вытащил фляжку... Дойдя до страницы, где описывалось, как он дошел до страницы, из-за которой вытащил фляжку. Ты прикинь? Это реальная жесть какая-то. Пятая... Это чего? Всего 5 глав? Ну, блин. Спокойно, я включу резервное питание.
Ладно, ты пока включай, я тут буду читать. Найтингейл ощутил, что ситуация выходит из-под контроля. Но, по крайней мере, свою пушку он держал крепко. Он был готов выстрелить, решив, что дальнейшее случится только через его труп. Ага, вот на какой странице его украли. И все же заколебался. Он уже видел этот момент, читал о нем на странице. Найтингейла охватило чувство дежавю и ужас осознания, что был героем написанной кем-то истории. Кошмарная сущность появилась сзади и утащила агента в ночь. Прикольно. То есть он только вот недавно про это читал, и тут бабац. Как же я его понимаю? Давай, Сара. Тебя же Сара зовут. А я пока термоса возьму. Я вроде был в этом участке, да, но этот термос не брал. Или он только сейчас появился здесь? Только сегодня? Давай, Сара, подрубай. Ты телепат? Фига себе ты там управляешь нарисованными картинками. Ну, мы какое-то время в безопасности. Да лам... А? Держи свои вещи, Уэйк. Все, что тебе нужно. Они уязвимы на свету, только на свету. Это не мои вещи. Тебя обманула. Так, я могу быстро доставить вас туда на спасательном вертолете. Погнали. Мало времени. О! Это не мои вещи, Сара. Я хочу... Что? Ну нет. Нам надо добраться до вертолета. Но у меня не... Есть друзья, которые нужно предупредить об этом. Ну ладно. Вот список людей и телефонных номеров. Ночные ключи, ладно? Ночные ключи? Так как телешоу? Ясно. Ого, да здесь и тот парень с радио. Кто такой Фрэнк? Ваш родственник? Мой отец. Послушайте. Это что, тайное общество? Вы можете это сделать? Вам тут ничего не грозит. Запасной генератор работает. Этих ребят надо... Но вы вернетесь за мной, правда? Само собой. Как только подготовим вертолет. Отлично, пошли, Вик. Через заднюю дверь. Эй. Спасательный вертолет. Открывай, Сара. Вон сверху он прочитал, что ее зовут Сара. Опа. Черт. Должно быть, сломалось. Сюда нам не добраться, до блока управления. Нужно... Я пойду, как только проберусь через... Сразу открою дверь. Угу. Понятно, опять мне какие-то круги наворачивать. А ты стой на свету, никуда не уходи. Барри. Вон Барри. Эйвери, Барри. Что здесь? О, опять эта хрень. А куда я прусь? А, понято. Можно я вас трогать? Не буду, вот так вот сделаю просто. Сфокусироваться куда? Наверное, на лестницу все-таки. Раз она больше не фокусируется. Спасательный вертолет — это круто. Только я боюсь, что мы разобьемся. Вы так кашнули. Почему птица не черная, а фиолетовая? Это очень напрягает. Стоп, а есть какой-то выход адекватный? А то я сейчас начну сам придумывать проходы. Не, я, конечно, веселый парень. Но, в принципе, других вариантов я не вижу. А, нет, вижу. Не, не знаю, я бы прыгнул бы вниз. Просто бы он сиканул бы на палатку и все, я обошел бы. Это было бы проще. Но небезопасно. Ну, куда... Куда безопаснее, чем вот это вот. Что, блин? Сука, я думал, вертолет, самолет на него уже летит. Тут только недавно говорили про вертолет, и тут бас уже самолет. Ай. Да отвалите вы нафиг. Ох, какие вы жесткие. А у меня не такой мощный фонарик. И батарейку. А, у меня есть батарейки. Почему они такие жесткие? Угу. Так, Сара кромсала. Ну, значит, надо буду их поджигать прямо здесь.
стоя вот на этом месте. Ага, тут еще другие прилетели. Все прилетели, да? Плохо. Блин, мне надо как-то сфокусировать их всех в одну точку. Но это сложно. Где они? Остались только вот эти? Все равно прилетает. Все? Фух. Это было жестко. И не... как сказать? Не вовремя. Талон... Ой, серьезно. Ладно. Прячу-ка я вот здесь, вот в лесу. Да, хрен там. Куда бы ты ни прятался, они все равно тебя найдут. Все равно не находят ее. Что за птицы такие дурные? Я так понимаю, надо какое-то определенное количество этих птиц сжечь, чтобы эта тучка растворилась. Да? Вот видишь, они разделяются, разделяются, разделяются и исчезают. Вернемся к тому моменту, почему я упал. Я-то думал, что он сможет пройти здесь адекватно, вот здесь. А он, оказывается, немощь. Да он сейчас хотел упасть уже. Серьезно. Послушайте, шериф, а что означает это ваши проволочные ключи? Да у нас тут в ходу глупая шутка, но Брайан Филд послушался источнику вдохновения для того же телешоу. Этот город иногда становится жутковатым, хотя настоящих жутко. Вы должны справиться и с правильным блоком питания. Я что, электрик? Подождите. Электрик. Стоит, очищаю. Взломать? Ты прям реально взламываешь. Черт, очень умно. Отличная работа. Ладно. Оставайтесь. Первым делом отправляемся в мэрию. В мэрию? Зачем? Чтобы выбить разрешение на пользование спасательным вертолетом? Вот суки. Рано ты стреляешь, мать, подожди. Во, она более адекватный напарник, слышь? Она реально более полезный напарник, когда он тот был придурочный. Ой. Но все равно они как бы в меня кидаются, это логично. Но Сара-то реально помогает. Тихо. Увернулся от ничего. Воу-воу-воу, Сара, машина. О, нет, не выйдет. Что с машиной? Почему она... Сара, ну-ка посвети мне. А такую магию видала? Почему она не удивляется? Вот женщина, да, сильная. А, следовать... Берегись. Ё-моё, оленя угнали. Ладно, Сара, давай вот этого вместе завалим. Вот этого. Ай. Того, Сара, огромного. Ну все, дальше сама справляйся. А я так постою. Ох, спасибо, ты мне так помогла сейчас. Прям в упор его хитанула. Ну, Сара. Хорош. Вот она, спасатель реальный. Ну, пойдем дальше, что там нас ждет. Мы идем в мэрию. Может, поедем, Сара? Ой, я бы поехал. Обленился я, бегая по вашему городу. Мне так редко дают машины. А может, на лодке поедем? А почему ты решила здесь пойти? Чем тебе не понравилась главная улица? Может, от меня там термос? Термос скрываешь? Как ты наперед прикинул, придурок?
что это я тебя сам убью. Охренел, наперед кидает. Open. Вот это открыто, заходите. О, спасибо. Потрошки, глянь. Вот это я хорошо зашел. Удачненько. Ладно, допустим, максимум. Так, я поменял, да, там более мощный. Что там было написано, где? Да блин. The same thing I think happened to me after I arrived. During this week you can't remember? Oh, I remember now. А, вот почему у меня неделя пропала из головы. Я ее вспомнить не мог, а теперь вспомнил, да? Понятно. Она говорит, это тогда-то, когда ты недели не помнил. Она говорит, теперь помню. Хорош. Отойди. Сара. Молодец. Подумала о нью-йорковцев. Нью-йорковцев. Fire. Зачем мне? Батарейки беру, все беру. Я бы и дробовик тоже бы взял. Ой. Я так и знал, что здесь кто-то будет. На, Сара, я тебе помогу. Кто меня лупит? Ты чё, охренел, что ли? Сара, идти колотить. Ты чё, меня будешь спасать сегодня, нет? Блин, Сара, подставляешь меня. Я, конечно, не говорю, что она меня подставляет. Она просто стреляет туда, куда я свечу. Это как бы не ее проблемы, а мои. Но срываться-то на ком-то надо, поэтому... Сорян, Сара. Нафиг мне эти патроны? Вау. Вот так можно было сделать? Гениально. Вот в этом вот есть какой-то смысл, вот в этих вот банках. Я постоянно в них стреляю, но, по-моему, в них нет смысла. Оу, как здесь красиво. Свет, вон там. Где? Вон тут? Там? Где свет? Ключ у меня. Прикрой меня. А ты что, попасть не можешь, что ли, в щелочку? Машины? А, нет, человеки. Хорошо, что человеки. Так. Вот так вот я беру. Говорит, прикрой меня. Сара, ты нормальная, нет? Я же тебя прикрываю, или ты меня? Ну ладно. Опа. Так, давай сначала здоровяка выносим. Перезаряжаюсь, Сара, меня бьют, Сара, меня бьют больно. Ах, дьявол. Ты когда перезаряжать? Блин. Вот эта тупорылая перезарядка, в которых надо постоянно ждать, пока он полностью перезарядит револьвер. Че ты бегаешь, суетишься? Это меня перезарядка столько раз уже подставляла. Да, да, иди. Так, патроны пока не нужны, но скоро. Прикрой меня. Окей. Нет, не буду выходить из дома. Точнее, за забор. Это засада. Это засада. На-ка. Так, куда я вышел? Там же сзади кто-то придет сейчас. Так, вначале я, как и говорил, надо избавиться от этого здоровяка. Может, он больше... А, вот видишь, когда ты только прицеливаешься... Воу, как ты быстро бегаешь. Тихо. О, нет, не выйдет. Хм, он так прикольно улетает. Прям сальтуху крутит. Молодец, Сара. Мы справились. Нет, не справились. Надеюсь, ты один. Нет, конечно, не один.
Ну, вот так вот я даю. Опа. Перезаряжаюсь, Сара, прикрой меня. Им плевать вообще на меня. Ух ты, блин, какой быстрый. Меня просто толкнул, что ли? Блин, я вначале подумал, что я это Сара. Я подумал, что Сара от меня справа, а оказалось, что слева. Жесть. О, эпично. А есть тут какие-то тайники? Нет? Какая-то бессмысленная сейчас была пострелушка. Идем вы. А раньше мы не могли пройти? Зачем это надо было все? Две волны каких-то на ровном месте сделали. Нахрена? Кому это надо было? Понимаю, если бы она ковырялась там, я бы ее прикрывал. Это уже другое дело. Но мы же вдвоем стреляли и вдвоем могли зайти. Так, предохранительные коробки, попробую починить ее. Поищу ключ. Меня же сегодня убило током. Может, я поищу ключи? Тьма, носившая обличие Барбары, Джаггер, была в ярости. Сюжет рукописи все это время прибавлял ей сил, но теперь свет выпустил писателя на свободу, а ей причинил боль, ослабил ее. День-другой, и темная сущность снова наберется сил, но до того ей будет нелегко снова завладеть писателем. Понятно, ослабили мы ее и хорошо. Кто? Барри? Сообщение было Барри. Он там у себя забеспокоился, хотел, чтобы мы поторопились. Барри, как всегда, короче, ага. Так, 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 тут все завалено. Да ё-моё. На. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Надеюсь, ты один пришел. Вот и как. Давай, стреляйся там. Один. Хорошо. Вот были бы почаще бы встречались такие столы крутые. Я бы за ними прятался. Ну то есть я просто взял огромного чувака и заблочил. Так, но остальные предметы особенно подсвечиваются. Угу. Отсюда пока не выйти. О! Чё, я свет включил? Прикольно. Тарень. Вот и ключик. Хлоп. Шериф, у меня ключ. И гранаты. Так, и где теперь шериф? О, я не ожидал такого. Чё? Барри? Почему он не внутри? О боже, о боже. За тобой машина летит? Там машина ехала или летела? Осторожно. Барри, давай, бегом. О, автобус. Не, по-моему, после комбайна он смог войти. Уик, успокойся. Но после комбайна... Так, заблокирован. Пойдем, Уик, обойдем вокруг. Встретимся там. Площадь, конечно, жесткая. О, первый открыватель или кто вы? Охотники. Я говорю, что автобус летающий не удивил. После того живого комбайна. Или летающего вагона. Вы что, байкер, что ли? Что ты в очках ходишь ночью? Сзади, сзади, сзади. Ну, стреляй его. Он сейчас беззащитный. Оба. Кысь. Спасибо. Я бы тебе помог, но у меня 20 патронов. Я не хочу. Я тебе могу вот огнем помочь, а не стрельбой.
А можно на машине с горки? Вау. Ну, пожалуйста. Можем войти через книжный магазин. Кто трындит опять? Сара, наконец-то ты появилась. Это слепа воздух, идиотизм. Идите спать. Он дело, говорит Вик. Смотрим. Им нужен был я. Чем быстрее отсюда выберусь, тем лучше. Надеюсь, это так. Ну давай же, открываем дверь. Подождите, у вас есть ключи от книжного? Привилегии шерифа, мало ли куда понадобится пройти. Прикольно. Вот ты шериф полезная. А я думал, термос уже не заберу. Так, Алан Вэк, Алан Вэнк. А где мой стенд? Должен быть целый стенд мой, а не просто надписи. Что это? А, это херня, это неинтересно. Я думал, это моя рукопись. Ваше присутствие идет им на пользу, Вик. Слышал, книги об Алексе и Кейси отлично продаются. Вот сейчас я не особо в восторг. Зачем делать целый этаж, второй этаж, если тут ничего нет? Нафига вы столько ресурсов тратите? Реально, зачем целый этаж построили? Здесь же нет ничего. Где ты, Сара? О! Что это? Так, Синтия Уивер тяжело трудилась, следуя своим маниакальным ритуалам. Иногда она боролась с собой, но в итоге всегда сдавалась. Словно призрак, она бродила по залам заброшенной электростанции Брайан Фоллс, отмечала тайники светоотражающей краской, которые могли заметить только глаза тронутого темнотой и спасательного света, такого как сама Синтия. А вот кто это оставляет нам, да, тайники? Синтия специальной краской пишет, оставляет пометки. Спасибо тебе, Синтия. Выручаешь? Так, укрепляя линию обороны и делая запасы на случай войны, которые Синтия знала. Ага. Который Синтия знала, обязательно начнется. И это будет война между силами света и тьмы. Вот ты, Синтия, красавица, а? Умничка просто. Что бы я без тебя делал? О, привет. Сорян. Ну? Алло. Я не вижу Барри. А вон там. Смотрите. Может, это там? К вертолету туда. А чего так далеко все?